Всем привет! Я сегодня сделаю обзор на вот такой вот небольшой набор. Это у нас часть от вот такого вот большого трансформера. В данном случае это мотоцикл от фирмы Qman, номер 1407-6. В нем 97 деталей для мотоцикла. И для сборки надо, чтобы тебе было больше 6 лет. Я, конечно, его собрал уже, вот такой вот мотоцикл, но я его уже улучшил. Вот такой вот. Как видите, я переделал ему перед. Тут он вот такой, а здесь у меня вот. Также вместо двух круглых серых бимбочек я здесь поставил нормальный спидометр. Переделал чуть-чуть зад. Здесь у нас такая черная. Здесь у меня скосы белые. Кроме этого, я вроде бы ничего не менял. Но самые мелкие детали, разве что поменял. Если заметили, пишите в комментариях, что я заменил. Набор, в принципе, неплохой. У него движущаяся подвеска. Он может быть вот таким вот низким, а может быть повыше. Так он больше мне напоминает горный мотоцикл, а так такой уже спортивный или даже байкерский. Выглядит, думаю, на мой взгляд, неплохо. Тут бы как еще должны быть наклейки, но я их решил не клеить. Мне он так больше нравится. Я не хочу его делать полицейским. Также мне подарили с этой же серии вот такой вот джип. Также с этого робота. У него есть несколько пушек. Вот он, собственно. Он, как видите, намного меньше мотоцикла. Очень маленький, я бы сказал. Здесь у него сверху пулемет. Каркас. Он может двигаться вот так и вот так. Сейчас, секундочку, отпало окно. Это, конечно же, китайские наборы Qman. Тут уже 116 деталей. Набор 1407-2. Также 6 лет можно собирать. Наверное, чтобы дети не проглотили детали. Здесь у него движущиеся части. Это я уже прицепил ему. Здесь у него пушка, антенка. Здесь бинокль. Такой маленький наборчик. Но очень достаточно прикольный. У него здесь такие крепления для колес, как у маленьких самолетиков для винта. Секундочку, мотоцикл упал. Также с этой серии мне подарили вот такой вот джип. Также Qman, 91 деталь, собирать 6 лет и 1407-3. Это набор называется. Вот он, собственно, у меня уже собранный. Я чуть-чуть переделал мигалку ему. Здесь у него абсолютно подвижный кран. Эта часть. И эта часть. Также крюк, которым он может что-то зацепить. Здесь есть крепеж, собственно, для ноги. А самый фокус здесь вот. У него поднимается эта часть. И эта часть для ноги, собственно, получается. Такая вот. Вот она, кстати, на картинке показана часть. Если увидите, вот я пальцем показываю. Это именно эта машинка. В наборе также, именно в самом роботе, еще присутствует несколько автомобилей. И вот, сзади все. Мотоцикл.
Потом вертолет такой вот двухместный. Видимо, это вторая рука, вот она. Мотоцикл у него левая, правая рука точнее, это для нас левая. Лодка. Такая вот это корпус. Потом робот, да, точнее грузовичок. Он разбирается несколько деталей. Здесь, здесь, тут в корпусе немножко. И ноги соединяет он. Также в нем присутствует голова. Вот такая вот машинка превращается в правую ногу, а это в левую ногу. Тут получается 6 штук их, чтобы превратиться в одного большого робота. У меня есть такой уже. Ну, не такой, чуть-чуть другой робот от другой фирмы, но очень похож. Ну, или, по-моему, даже от Human. Я уже не помню. Вот такой вот.